Прокатиться с ветерком с горки – опасное развлечение, особенно если горка выходит прямо на проезжую часть. Дорожные полицейские уже устранили 3 угрозы, но за всеми не уследишь. Здесь ответственность все-таки ложится на родителей. Детям необходимо объяснить, как правильно, а самое главное – где кататься. По третьей горке было принято решение ее не устранять, а сделать ее более безопасной для детей. То есть насыпать снежный вал в конце горки, чтобы дети не выезжали на проезжую часть. Знаете о подобных горках, обязательно сообщите в ГИБДД. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.